С нами нападающий хоккейного клуба «Агидель» Елизавета Дубей. Лиза, во-первых, с первой шайбой тебя с дублем, с победой. Какие ощущения от вообще первого гола за профессиональную команду? Ну, сама не ожидала. А то, что будет дубль? Второй тоже не ожидала, на испуге. Да? Девчонки поздравили? Да. Лучшего игрока получила? Да. Молодец. Еще раз поздравляем. Спасибо. Давай прокомментируем вообще в общем серию, да, против «Динамо». Как, что получалось, что не получалось, как прошло? Ну, первая игра была тяжелая. Сначала ничего не получалось, первые два периода. Ну, первый период. Во втором, в третьем что-то собрались уже. А вторая игра была уже получше. Вы сегодня как-то по-другому настроились на матч? Да, сегодня намного лучше настроились, чем вчера. Что, какой настрой на следующие игры? Боевой. Боевой. Будешь продолжать? Да. Результативность. Довольна собой в сегодняшней игре? Сегодня, да. А в целом командной игрой? Да. Все девчонки молодцы. Хорошо. Как нападающему, да? Против кого из защитников «Динамо» не вы сложнее всего на льду противостоять? Да не знаю даже. Никого не знаю из «Динамо» не вы. Так что без разницы. Без разницы, против кого. Да? Хорошо, как вообще прошла адаптация в новом коллективе? Это, например, первый профессиональный сезон, хорошо, да? Все хорошо, да. Девчонки приняли хорошо? Все подбадривали, да, приняли хорошо. Ну что ж, это хорошо, и тогда не будем тебя мучить. Напоследок что-нибудь для болельщиков «Агидели» и подписчиков нашего сообщества. Приходите на домашние игры «Агидели» и подписывайтесь. На что? На телеграме на канал «Агидельки». Ну, хорошо, большое спасибо.